Не можна здаватись нашим кращим синам і донькам, які зараз в облозі, в тимчасово окупованому місті Маріуполь, не можна здаватись у полон, не можна потрапляти до рук терористів, тому що терористи будуть застосовувати проти них електричний струм, знущатись всіми божевільними речами, кидати їх в нестерпні умови, де людина після цих умов, на жаль, втрачає будь-який сенс життя. Меня зовут Чудницов Евгений. Я бойовой медик полка Азов Национальной гвардии Украины. На данный момент нахожусь на территории завода «Азовсталь» в городе Маріуполь, где наш полк выполняет бойовое задание. Селям алейкум, дослар, усіх вітаю, друзі. Я колишній політв'язень Ісмаїл Рамазанов. Меня зовут Владислав Овчаренко. Я коренной житель города Луганска. Меня зовут Варфоломеева Мария. И в 15 году люди, которые оккупировали мой город Луганск, они обвинили меня за проукраинскую позицию. Они обвинили меня в том, что я убивала десятки людей, в том, что я вела шпионскую деятельность. Участвовал в Павлополь-Широкинской наступательной операции, во время которой 14 февраля 2015 года, во время активной фазы боевых действий, был отрезан от своих основных сил, своих, вот, оказался в тылу противника, в результате чего попал в плен. В 2016 году меня и моего друга арестовали террористы так называемого МГБ ЛНР и отвезли в офис бывшего здания СБУ в городе Луганске. И я находилась в плену в течение более чем одного года, с 15 по 16 год. И я видела то, как они издеваются, русские военные, то, как они издеваются над простыми украинцами, над гражданскими людьми. Они ломают пальцы, они бьют током, они ломают ребра. Коротко о том, как с нами там относились, можно описать одним словом. Ад. Ежедневное насилие, пытки, угрозы расправы над близкими. Это только малая часть, малая доля того, что нам пришлось пережить. Многие из этого подвала тогда не вышли. Избиения пленных, пытки, там это, в принципе, все в пределах нормы. Несколько случаев, ну, со мной это был электрический ток, аппарат ТАПИК, вот, это были пытки водой, вот, из такого, что оставило какие-то последствия, которые обошлись позже в виде, там, лечения, это, могу вспомнить, плоскогубцы, в результате чего у меня весь зубной ряд – это импланты. То, как они поступают с украинскими военными, это несравнимо хуже. И сейчас россияне, они стали еще более злы, они сейчас нас еще больше ненавидят в этой войне. Из плена с гарантией в 90% они не выйдут. Мне еще повезло, так как я не попал на завод «Изоляция». Это действующий концлагерь на территории бывшего завода «Изоляция», арт-комплекса, на территории города Донецка. Многие пленные через него проходили. Всех неугодных обвиняли в нелепых каких-то статьях, типа терроризма, либо шпионажа. Таким образом создавали обменный фонд. Но в первую очередь при помощи пыток и угроз родным выманивали все материальные средства, после чего выменивали. И мы не можем рассчитывать на то, что, попадя в фильтрационные лагеря, или если они сдадутся в плен, мы не можем рассчитывать, что эти садисты, что они пожалеют их, или что они останутся живы. Даже если они будут живы, наши воины будут... Их жизнь будет после этого ужасна, после всех тех пыток, которые они могут там перенести. Поэтому мы не можем рассчитывать на то, что, попадя в плен, с ними могут обходиться хотя бы гуманно. Могу вспомнить такой случай, когда при нас боевик из отряда «Моторолы» застрелил раненого пленного из-за того, что мы попросили его оказать ему медицинскую помощь. Но он выстрелил ему в голову, сказал, что все, помощь оказана. Я бы хотел это видео присвятить бійцям полку Азов, моїм побратимам, хлопцям, які захищають зараз серце не тільки України,
але і серце нашого спільного, нашої спільної історії. Це місто Маріуполь, де так сталося, що російські окупанти, ця наволоч, намагається вщент зруйнувати це місце і взяти в полон кращих синів нашого народу. Всі прекрасно розуміють, що наші воєнні захищають нашу країну. Вони ідеологічно сильні, вони сильні в воєнному плані. Але попав в плен к этим живодерам, у них шансів вижити буде мало. Ми не повинні дати ворогу цю можливість їх взяти в плен або їх вбити. І тому я закликаю, я кричу, я благаю всьому людству, закликаю, давайте разом припинимо цей акт геноциду. Хочу додати, що тут, на території Азовсталі, знаходиться дуже велике кількість ранених. Ранених різної степені тяжкості. В том числе тяжелых раненых, которым необходима срочная эвакуация.